Всем привет, ребят! С вами, как всегда, ваш канал Дневник системного администратора. И сегодня я хотел бы вам показать, как можно, например, если у вас операционная система Windows 11, но, например, в старом формате, вы хотите преобразовать с MBR вашу систему в GPT. Как это можно узнать, в каком формате ваша система? Для этого можно на моем компьютере выбрать управление, можно открыть управление дисками, зашли сюда, здесь у нас есть томы, да, нажимаем на него, выбираем свойства, переходим в раздел томы, и здесь мы видим, что у нас стиль разметки MBR, да, идет, и вы хотите преобразовать без потери данных в, получается, в GPT. Но смотрите, ребят, конечно же, в первую очередь ваша система должна поддерживать UEFI режим. Если ваша система, старый ноутбук или там компьютер не поддерживает данная система UEFI режима, то, естественно, вам не стоит этого делать, потому что вы можете, например, угробить просто вашу систему, и она не запустится. Вам после того, как вы измените здесь разметку, нужно будет зайти заново в BIOS настройки и выставить UEFI режим загрузки вашей системы. И не всегда, конечно же, может быть корректно загружаться ваша система. Так что смотрите, делайте все на свой страх и риск. Закрыли, да? Можем таким способом зайти. Здесь, в принципе, на меню пуск правой кнопкой мыши мы можем так же само нажать управление дисками, и сразу откроется у нас управление дисками, и мы можем здесь посмотреть. Также смотрите внимательно, какой вы диск хотите преобразовывать, потому что у некоторых людей бывает множество дисков, вы можете указать не тот диск и преобразуйте не ту систему, которую вы захотели, да? У меня это будет диск 0, у вас это может быть диск 1, диск 2, диск 3, без разницы. Теперь, что мы делаем? Открываем поиск, в поиске пишем CMD, либо же запускаем командную строку просто от имени администратора. Запустили данную командную строку. Здесь у меня есть вот две заготовочки, которые нам нужно будет. Вот таких две команды. MBR получается команда. И здесь валидность получается нашего диска. Копируем, вставляем сюда, нажимаем кнопку Enter. Как видим, у нас все окей. Мы выбрали, что мы будем с MBR GPT, и диск указали 0. Далее, следующим этапом вы вводите вот такую вот команду, копируете, нажимаете, вставляете, нажимаете Enter, и ваша система полностью конвертируется уже с MBR в GPT. После перезагрузки ваша система будет полностью уже находиться в GPT разметке. Конечно же, после перезагрузки сразу заходите BIOS, меняете с Legacy режим на UEFI. Но смотрите, чтобы всегда корректно, потому что может быть не доставать каких-то драйверов, и система может загрузиться некорректно. Вы делаете все на свой страх и риск. Я показал, как это можно сделать без потери данных. В большинствах способах это все действует. Когда после данной последней операции, вот когда вы здесь все сделаете, снова можете открыть управление дисками, зайти на свой раздел, выбрать свойства, и в томе вы уже увидите, что у вас будет раздел GPT. Я пока этого делать не буду, потому что это мне пока не нужно. Но вот таким способом очень часто преобразовывают разметку тома. Вот и все, ребят, на данном этапе я завершу данное короткое видео. Думаю, оно будет полезно для некоторых людей, которые захотят преобразовать свой том жесткого диска. Всего хорошего, до свидания. С вами был канал Дневник системного администратора. Не ломайте свои компьютеры.